with the Swedish invaders. Много раз история Украины творилась третьими лицами. Стремясь любой ценой сохранить завоевание революции, Россия пошла на унизительные условия Брест-Литовского мира 1918 года, который превратил Украину в немецкий протекторат. Другим историческим документом, изменившим судьбу Украины, стал пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, один из множества подобных соглашений, заключаемых между европейскими странами и восходящей Германией. Пытаясь защитить свою страну от надвигающегося нацизма, Иосиф Сталин договорился с Адольфом Гитлером о пакте о ненападении. Обещая друг другу мир, министры иностранных дел СССР и Германии поделили карту Восточной Европы на советскую и немецкую сферы влияния. Как только был подписан пакт Молотова-Риббентропа, Польша была разделена, и в сентябре 1939-го Восточная Польша стала Западной Украиной и частью семьи Советских Республик. Но даже это дерзкое перераспределение земель и наций только отсрочило неизбежное. Германия нарушила свое обещание СССР. 22 июня 1900